Друзья, ну теперь пришел долгожданный момент нашего совместного музицирования, потому что, как многие из вас помнят, мы хотя бы одну песню должны обязательно спеть всем залом. Тем более, когда у нас такой шикарный оркестр на сцене. Я помню наш прошлый опыт. Среди нас были отдельные личности, которые стеснялись петь все вместе. Сегодня у них нет шансов. В прошлый раз они пытались оправдаться, что они не знают все слова. Но сегодня задача, друзья, упрощается. Более того, давайте договоримся так. Мы женщинам отдадим самый сложный фрагмент, а мужчинам самый легкий. Так и быть. Значит, милые дамы, смотрите. Вы будете петь песни «Последняя электричка», вот эту мелодическую связку. Ла-л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 а. Это был приз мужчин. У них уже не будет шансов отвертеться и сказать, а мы не знаем слова. Давайте потренируемся, как это будет. Нам всем интересно. Можно тональность? Ла-ла-ла-ла. Да, милые дамы. Значит, мы спаем легко, изящно, радостно, как мы умеем, да? И слушаем, что нам предложит мужская часть зала. Смотрите. Раз, два. Ла-л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 а. Спасибо, мастер. Вы единственный, кого тут за что-то получается. Дорогие дамы, великолепно. Я слышу самое главное в вашем пении. Я слышу настроение. Я слышу радость. Ла-ла-ла-ла, как здорово, что я пришла на концерт. И вот, зачем ты меня пригласил? Какой ужас, я бы остался дома, я бы смотрел телевизор. Минуточку. Кроме телевизора в жизни есть масса прекрасных мест. Филармония, например, драмтеатр и так далее. Итак, дорогие мужчины, все хорошо. Вы попадаете в ноты, но вы не создаете настроение. Поэтому, если вы пришли со своей спутницей, скажите, да, дорогая, спасибо, какой прекрасный концерт. Если вы пришли один, ну, предположим, да, то вы просто скажите рядом сидящим незнакомым дамам, как ты хорошо, как вы прекрасно выглядите. Давайте познакомимся, что вы делаете завтра вечером. Мне богатый внутренний мир, но мужчины, давайте, как-то надо, да? Какой-то подтекст вашей угрюмой надо вложить. Брутально звучит, все хорошо, но вам надо быть в тандеме с дамами. Тональность. Еще репетируем минуточку. Мы должны услышать это. Все хорошо, крошка, я с тобой. Давайте. Ла-ла-ла-ла, смотрите. Раз, женщины. Ла-ла-ла-ла. Молодцы. Мужчины. Ла-ла-ла-ла. Не надо так брутально. Я удалось. Мужчины, сделайте предыдущие три такими же, как четвертые, ладно? Мы готовы, маэстро? Мы так? Кто поет один? Нет, остальные мужчины нас не поймут. Мы же должны быть все вместе. Я не сомневаюсь, что кто-то один это сделает хорошо, но мы должны сделать это вместе. У нас коллективное творчество, как в добрых старых времена. Итак, друзья, мы готовы, маэстро, стартуем. Я пошла, опять пошла.
пойду.